13 января на участке пограничной заставы под Гальем Мозырского погранотряда в населенном пункте Медведны за нарушение государственной границы из Украины в Республику Беларусь задержан гражданин Украины 1967 года рождения. Он пояснил, что хотел перейти в Беларусь с целью дальнейшего трудоустройства. Нарушитель государственной границы привлечен к административной ответственности. После он был депортирован из Беларуси в установленном порядке. Теперь ему 2 года запрещен въезд на территорию нашего государства.